Приветствую вас, поскольку ложь рано или поздно всегда раскрывается, то для начала я бы порекомендовал вам вот самую в первую очередь это подумать, почему вы солгали. То есть как бы в самом факте лжи не то чтобы нет ничего страшного. Люди, ну, часто, к сожалению, используют ложь для самых разных целей. И судить вас, тем более осуждать, я не буду. Потому что, ну, это не к тому человеку вы обратились для осуждения именно. Меня интересует больше то, почему вы вообще начали лгать. То есть, что сподвигло вас к тому, чтобы именно вот солгать. Потому что, видимо, для вас очень-очень важно, чтобы молодой человек был с вами. Это, в принципе, вполне понятно. Понятно, что вы хотите сохранить молодого человека рядом с собой. Но, простите, судя по тому, что вы написали, я могу предположить, что вы хотите это сделать любой ценой. Вы хотите сохранить отношения с ним любой ценой, а это плохо. Плохо, что вы используете все средства для достижения своей цели. А я думаю, что перво-наперво вам нужно разобраться с этим. Почему молодой человек настолько вам дорог? Почему вы так от него зависите? Настолько сильно вы от него зависите, что готовы ему даже солгать, лишь бы быть с ним. Это плохо. Любая зависимость, если она имеется, она делает вас несвободным. И, соответственно, от нее нужно избавляться. Это первое. Второе. Значит, второе заключается в том, что вам нужно понять простую правду про ложь. То, что обман всегда раскроется. И, соответственно, если молодой человек узнает, что вы, например, обманывали его не от вас, а от других людей. Ну, я надеюсь, не нужно говорить, что это послужит для него очень сильным ударом. Вот это будет для него очень сильным ударом. И, соответственно, вам нужно для начала рассказать ему сам. То есть пояснить, что вот так и так, так и так, я находился там в определенном состоянии, не очень хорошо понимала, что делала, и, в общем-то, боялась тебя потерять, и, собственно, поэтому тебе соврала. Очень сожалею. Да, это то, что вам нужно сделать. И чем быстрее вы это сделаете, тем это будет лучше. А потом вместе с молодым человеком вам нужно будет детально все обсудить. Например, почему вы боитесь его потерять, почему вы начали его терять, раз, как правильно вам заметила коллега, скорее всего, еще до того, как у вас начались проблемы, вы, возможно, уже почувствовали, что можете его потерять.
Так вот, с чем это связано? То, что вы можете его потерять. И почему вы этого так боитесь? Ведь если вы любите человека, вы, наверное, хотите для него счастья. Если вы хотите для человека счастья, то вам нужно понимать, что он может быть счастлив с вами, а может быть счастлив без вас. И если вы не готовы, например, принимать его счастье без вас, то это говорит, к сожалению, а не в лучшую сторону именно о вас. И подтверждает, по сути, лишь то, что я говорил ранее относительно вашей зависимости от молодого человека. Вот, соответственно, в этом ключе вам и нужно двигаться, в этом ключе вам и нужно действовать. То есть сперва вы сами для себя пытаетесь определить, чем вызвано ваше поведение, чем оно обусловлено, а после этого обязательно все-таки признаетесь молодому человеку, чем быстрее, тем лучше, и после стараетесь вместе разобраться в том, почему так все получилось. Ну или вы можете это обсудить с экспертом, которого выберете на нашем ресурсе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.